Не каждый, с кем ты дерешься, твой враг. И не каждый, кто тебе помогает, твой друг. Майк Тайсон. Есть люди, с которыми ты не должен спорить о каких-то вещах, потому что считаешь иначе. Им нужно просто сказать спасибо. И все. Криштиану Роналду. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Альберт Эйнштейн. Успех вызывает зависимость. Это ранит, когда тебя не понимают. И вне зависимости от того, как бы ты ни пытался добиться понимания, все равно найдутся те, кто будет тебя осуждать. Майкл Джексон. Твое видение станет ясным, только если ты сможешь заглянуть в свое сердце. Кто смотрит наружу, видит лишь сны. Карл Густав Юнг. Запомните, никто не сможет заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия. Элеонор Рузвельт. Добившись чего-то, ты всегда чувствуешь опустошение. Но именно это и заставляет тебя побеждать снова. Михаэль Шумахер. Все без исключения победители имеют привычку ожидать максимум лучшего от каждого события своей жизни. Брайан Трейси. В чем разница между «нравится» и «люблю»? Когда вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы ежедневно его поливаете. В поисках счастья для других мы находим его для себя. Платон. Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле. Если ты жив, она продолжается. Ричард Бах. На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Конфуций. Если человек однажды уничтожил страх, то он свободен от него до конца своей жизни, потому что вместо страха он приобрел ясность мысли. Карлос Кастанета. В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче. Михаил Жванецкий. Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя. Лев Толстой. Если ты злишься, когда побеждает твой друг, скорее всего это значит, что у тебя нет друзей. Михаэль Шумахер. Наша жизнь начинает подходить к концу, когда мы перестаем говорить о действительно важных вещах. Мартин Лютер Кинг младший. Однажды несколько человек нарочно громко осуждали мудрого человека, когда тот проходил по их кварталу. Тот все слышал, но ответил им улыбкой и желал здравствовать. Некто спросил его: «Ты улыбался и желал этим людям здоровья. Неужели ты не испытывал к ним злости?» На что мужчина ответил: «Когда я прихожу на рынок, я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке. Так же и при общении с людьми. Я могу тратить только то, чем наполнена моя душа». Никогда не задавайте себе вопрос, справитесь ли вы с заданием. Вопрос должен звучать по-другому. Каким образом я справлюсь с ним? Если вы наткнулись на очередную трудность, то это признак прогресса. Законы победителей. Логотип Чупа-Чупс нарисовал всемирно известный сюрреалист. В 1961 году Энрике Бернат, владелец компании Чупа-Чупс, обратился к художнику и своему земляку Сальвадору Дали с просьбой придумать запоминающееся изображение для конфетной обертки. Гениальный художник думал недолго и менее чем за час набросал ему картинку, где была изображена ромашка Чупа-Чупс, которая в несколько измененном виде сегодня узнаваема как логотип Чупа-Чупс. Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность.
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Мужчины испытывают душевный подъем и прилив сил, когда чувствуют себя нужными. Женщины испытывают душевный подъем и прилив сил, когда чувствуют, что о них есть кому позаботиться. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Цельтесь в Луну, ибо даже если вы промахнетесь, приземлитесь на одной из звезд. Лес Браун. Интересно устроен мир. Скажешь спасибо ты, скажут спасибо тебе. Улыбнешься ты, улыбнуться тебе. Все хорошее начинается с тебя. Неизвестный автор.